целом свете. Все душой их любят дети, только мама есть одна. Всегда рожу мне она. Кто она? Отвечу я. Это мамочка моя. Соня, а ты знаешь стихотворение? Выходи в круг. Загнила осень сад, птицы улетели, за окном все шуршат, желтые метели. Соне 6 лет. В детском реабилитационном центре она всего лишь третий день. Малышку забрали у пьяных родителей. Жутко представить, сколько пережила эта девочка. Нам Соня рассказала про свой последний день рождения, когда с трепетом ждала подарка, но все про нее забыли. Поэтому здесь девочка не расстается с игрушками, книжками и раскрасками. Соня, а что ты такое интересное раскрашиваешь? Щеночков. Щеночков? А что это за щеночки такие интересные? Они вот скалики. Скали? Как еще раз? Скай. Скай? Да. А что это за такие щеночки? Какие-то волшебные, наверное, мультяшные, да? Да. А что это за мультик, расскажи нам. Про что? Про Дроя и его щеночков. Там они срезают, короче, людей спасают. Сонечка, а расскажи, какие еще тебе мультики нравятся? Маша и Медведь смотришь? Да. Классно, да? А кто тебе больше нравится, Медведь или Маша? Маша. Почему? Потому что она девочка.